Добрый день, дорогие друзья! У нас на обзоре сегодня такая будет распаковочка очередной посылки от магазина Spinning Line. Давайте вскроем, посмотрим, что пришло на этот раз. Так, внутри у нас, как обычно, хорошая упаковка качественная. Такие вот пакетики специальные, чтобы ничего не тряслось, не мялось. Убираем все это в сторону. Ну и давайте посмотрим, что пришло. Ну, главное из этой посылки — это вот такая вот катушечка. Ryobi Yakushima. Вот. Обошлась она мне в 2900 рублей в 4000 размере. Вот. Считаю, что ниже цены уже вряд ли можно где-то найти. Как раз была нужна катушка для фидера. Вот решил купить старую проверенную Yakushima. Давайте вскроем. Вот так вот упаковано. Так. Внутри у нас сама катушка. Так она выглядит. Упаковано просто в пакет. Вот. У меня уже была одна Yakushima. Проработала больше 10 лет в различных условиях. До сих пор еще жива. Так что думаю, эта катушка проработает нисколько не хуже. Повторюсь, цена-качество у Ryobi, считаю, одной из самых лучших. Работает все четко. Люфтов никаких критичных я не наблюдаю. То есть вот на первый взгляд по качеству сборки и по люфтам, ну, то же самое. Вот. Как я заказывал катушку Axie, та была в 3000 размере. Вот. По качеству изготовления и по люфтам, ну, в принципе, все то же самое. Вот. Такая вот катушечка будет стоять у меня на фидере. Брал специально для фидера. Наклейка с надписью, можете прочитать. Дальше в комплекте идет вот такая вот шпуля, запасная. Шпуля уже идет пластиковая. Мелочь, а приятно. Ну и дальше здесь что мы видим? Дальше мы видим, как обычно, бумажки. Взрыв-схема. Ну, как обычно, в любой другой катушке. Вот. Ход мягкий, плавный.
сон настраивается тоже мягко. С этим и обе проблем особых не было никогда. Вот. Ролик крутится хорошо, без люфтов. Ну, впрочем, как и ожидал, отменное качество. Ход бархатный, хороший. Ну да ладно, с катушкой убираем его в сторону. Так, дальше что у нас здесь? А дальше у нас здесь разная мелочевка. Заказал себе вот такую вот шнур. Ой, шнур, леску. Дюрокарбон. Вот, фирма Спрут. Вот. Для поводков. Поводковых оснасток. 0,18. На вид нормальная, достаточно мягкая, на первый взгляд нормальная леска, как будет в дальнейшем, посмотрим. Вот. Так, дальше у нас заказал вот такую блюсинку, называется Удачная, от компании Spike. Написано, что сделано в России. Крючок ВМС. Не знаю, правда или нет. Ну, на первый взгляд, блесенка очень такая интересная. Хорошее качественное покрытие. Такой формы обычно блесна хорошо ловят. Имеет хорошую игру. Крючок. Ну да, крючок достаточно острый. Возможно, действительно качественный крючок. На разгиб пальцами не могу погнуть. Вот. Немного только вот смущают вот эти колечки. Какие-то они немножечко маловато, мне кажется, для такого размера. Но, впрочем, ладно. Блесна недорогая. Вот. Будем испытывать. Дальше заказал вот такие вот застежки от фирмы Дунаев на пробу. Цена им, по-моему, там рублей 80 больше. Написано, сделано в Корее. Но опять же, буду испытывать, пробовать. Никогда таких не было. Вот. Дальше заказал уже проверенные мной не раз крючки от фирмы Кобра. Вот эти крючки могу 100% рекомендовать всем. Хорошие, качественные, но и не такие дорогие. Вот. Написано здесь номер 8 и здесь номер 8. Но размер, как вы видите, отличается, у этих он больше, но это потому что, видимо, разная серия. Здесь F501, а здесь CF203. Вот. Но крючки, повторюсь, отличные, просто вообще пользуюсь ими постоянно, проблем никогда не было. Короче, крючки вот эти смело рекомендую, кому надо будет. И еще вот такие вот крючки от фирмы Кашима. Тоже нормальные крючки, недорогие абсолютно, тоже очень хорошие по качеству, острые. Тоже могу смело рекомендовать. Вот такая вот небольшая посылочка от компании Spinning Line. Вот. Как всегда, порадовали цены. Особенно на катушку. Согласитесь, что 2900 за Рёби и Кусиму — это очень даже хорошая, приятная цена. Нигде больше я такую цену не встречал.
Вот. Вот такой вот небольшой обзорчик, распаковочка. Кому было интересно, очень рад. Особое спасибо магазину Spinning Line за качественный товар и быструю оперативную доставку, хорошую упаковку. Ну, на этом все. До новых встреч.